назвал данный канал для того чтобы помогать ребятам а, таким же как и я в начале своего пути когда уже вроде бы есть а, наработка по теории есть наработка по практике а, но самая большая боль начинающих разработчиков это именно попасть на собеседование и в принципе выйти на свою первую работу